странное. Так, типа, ну, я извиняюсь, типа, на жопу там татуху наколоть, типа, чисто себе на бутсы вот это вот лицо. Она, знаешь, так расплылась на всю бутсы. Блядь, на рака больной девочкой мечи забивает. Я вообще-то считаю, что... Я вообще-то считаю, что... Что это нихуя неуважительно на бутсу, конечно же. Можно было сделать тату, да, ее лица на прямо лицо. На жопе, чтобы у нее где-то вместо глаза очко было, вот так, чтобы... Да, блядь, господи. Ты потом еще говоришь, что из-за нас тебя забанят. Братан, да. Я знаю, что нормально, а что ненормально. А вот когда вы начинаете, ну, вы жестите ну, да, вообще. Блядь, ну, поставить да. Раково больной девочке лицом на жопу. Слушай, я говорил просто про... Просто... Блядь, видишь, в чем у нас с тобой проблема? Ты тут... Ты почему-то делаешь уточнение, говоришь рака, больной, девочки. Я этого ничего не говорил. Я говорил только это образно. Алисон тоже, блин. Я могу стать раком. Алисон тоже, блядь, неплохо. Я тоже помочь хотел, блядь, просто. Что, если волосатая? Руку поднял. У меня орут, блядь. Заходи в игру, заебал. Да сейчас иду, иду. Сейчас верну. Слушай, я не знаю, пацаны, ставить Twitch DJ на фон? Или нас и так будет 4 голоса, хуй что слышно наверняка будет. Так, захожу. А, короче, слушайте, а можно я кулстеры расскажу? Я в Тиндере когда-то давно сидел, и, в общем-то, так получилось, что я пошел на свидание с раковой больной, я об этом не знал, она как-то об этом намекала, и я, типа, доджил, типа так. Ну, типа, она нормальная, она не была лысой. Подожди, не рассказывай слишком быстро, подожди, нужны подробности. Ты доджил сознательно или просто у тебя, ну, отрицание шло на каком-то уровне, под коркой мозга, что ты не мог заметить, что она... Она, типа, намекала, такой негативчик вкидывала, типа, я там в больнице пролежала 2 месяца, знаешь, такие штуки. А я на позитив уводил, типа, ой, ну все, сейчас, типа, все заебись. Она, типа, все время сводила разговор к этому, какой-то к депрессии, там, к пиздецу. А я, типа, на позитив уводил все время, типа, йоу, дагоу тусить, пойдем на аттракционы. Я помню, я ее звал на аттракционы, она мне, типа, пишет, я и так, типа, на грани со смертью постоянно. Я, типа, начал выкупать что-то постепенно, что здесь что-то нечисто, короче. Ебать, ну нечисто, конечно, нечистенько, ну-ну-ну. Ну, слушай, я сейчас, честно говоря, сейчас немножко заруинил историю, потому что я забыл, чем закончилось. По-моему, я как-то очень пошутил, типа, блядь, короче, очень мерзко пошутил. И она сказала, типа, здесь душно, я пойду форточку открою, блядь, прям как чат. И, короче, больше мне не отвечала, вот. Подожди, после этой фразы? О, фак. Слушай, это я как-то, знаешь, не знаю, почему ты скрывал эту историю. Как интересно, как же ж ты пошутил, что она сказала, пойду открою форточку и пропала навеки, блядь. Ебется один клоун другого. Это было интересно, слушай. Это хорошо, ты придумал. Пошли. Я не помню. Я, по-моему, спросил, типа, чем ты увлекаешься еще помимо курения, блядь, или типа что-то такое, блядь. Господи, ну, не, ну нормально. Зато история есть. Слушай, у нас получается. Давайте гриб. Я запутал, все, выкинулся. Подожди, не-не-не, я все правильно сделал. Нет, все, я получится одному грести, да. Hold on. Вспоминаю шутку, если не узнаю, не усну. Давайте прыгайте, я научился грести, кажется. Нихуя ты классный. Ой, блядь. А можно ближе к берегу, если ты научился? Сейчас. Да, блядь, Максим, залазь. Разгона нету. Давай. Бери разгон. Сейчас. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, Ват, ты подписался. Что, возвращаешься? Ой, Игорь, спасибо за подписку. Мы ждем подкаста с извинениями. Все, подплыл? Я тут не доплыл. Ну, погнали, ладно. Сейчас, вот. Слушай, агент, опа. А это самое, вот твое личное мнение, вот эти парни, которые снимали сериал, они нарочито хуёво делали или они просто неопытные? Я тебе могу гарантированно сказать, что неопытные. Блин, ну они неопытные, но это ж пиздато получилось. Типа, куда ты? Если бы они пытались сделать нормально, то... Да подожди, блядь, скотина, ах ты ж такая, да? Как вы те самые, как, ей-богу, как, блядь... Муравьи, как белки, так, блядь, хорошо, с геморроем из дупля вещаете. Пожалуйста, вопрос важный. Итак, ты говоришь, что получилось охуенно. Я тоже считаю охуенно, но это важно, типа, переборщить с этим, ну, вот как бы, блядь, с этим неумельством. И сделать нормально, из этого попасть. Что-то интересное. Ладно. Этот гондон будет говорить, пока я пытаюсь рассказать. Ему похуй совершенно. Пудза, лезь, блядь, важно ж так, нахуй. Я за бортом, тебе не важно, блядь, сейчас я сделаю это. Не, все, тему закрыли. Забей, агент, не будем обсуждать. Погнали, музыку поставил. Проходим игру, блядь. Да. Как мы приплыли сюда, не понял.
Вам бы только на раковобольных надо рассчитывать. Ой, блядь, что-то не вышло сейчас. А подожди, а хули мы это делаем? Оно не крутится. Точно не крутится? Подожди, нам на ту сторону. Ну да, 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 мне тоже кажется. Нам сюда за катером надо, я вам отвечаю. Поехали. Музло, тише, чё? Ой, говорит, эти дни. Да, похоже на эти дни. Я когда просыпаюсь, я несколько часов очень бредный, а я проснулся недавно. Ой, поменяй категорию, братишка, спасибо, что напомнил. Ей-богу, катер, давайте пока вытягивайте, я сейчас эту категорию сделаю. Я управляю катером, поехали. А помочь? Так, готово. Вообще, все, бегу. Помогаю. Пацаны, а вы не там взяли? Вы не там взяли. В смысле? Его нужно брать под этот, блядь. Его нужно брать под днище. Я опыт, ебать? Да, да. Во-во-во, поднять поехали. Ну ты шкаф, ебаный. Оба! Только главное не утонуть, не хотелось. Я под водой. Погоди. Нормально, я успел его включить, мы едем. Нормально, говорит, нормально. Ну ладно, я тебя Макс, ты ощущаешь? Я жить хочу, Макс, блядь, я жить хочу. Пожалуйста, вернись. Утопили нахуй. Утопили всех, слышишь? А что теперь делать? Как на лодку возвращаться? На лодке поплыли к ней. На лодку. Слышишь? Нет, нам надо. Первое правило по спасению утопающего — быть готовым к тому, что начнет тебя сам топить этот утопающий. Так что оба, так попрыгали. Не торопись, Пут, не торопись, мы тут еще. Ой. Так, я готов. Да подождите! Хорошо. Подгреби. Да. Что появляется подгреби? Лодка не всплывет. Да прыгай, блядь! Если, пацаны, вас с вашей лодкой, я помню, как вы. Я еще до сих пор в обиде, как вы меня в прошлый раз захуесосили за то, что я сказал, что ацтеки, блядь, появились позже, чем Оксфорд. И никто, блядь, не удосужился пойти проверить даты, цифры, блядь. Все бы говорили, о, ты тупой, пошел нахуй, пиздец, пацаны. Я бы так тебе сказал, что это правда. Ацтеки, да, появились позже, чем Оксфорд. Ну ты тупой. Слушай, получится, не получится? Ты давай, блядь. Давай. Давай, нахуй, давай. 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 Слушай, а ты не просто алкоголик, ты умеешь, блядь. Заебал. Я по реке сплавлялся. Я по часовой реке сплавлялся. Куда нам плыть надо? Да что? А Акселя заберите, блядь. Да, Аксель, залазь. Залазь. Так. Бля, ну в каждой команде должен быть. Нам надо вон в ту. Сейчас. Вот это подгребсти надо. Я сзади буду чилить. Давай. Пацаны, вы мне места не даете чуть-чуть. Так, ага. Так, теперь эту. Табань, блядь, погоди, сюда. Там не сюда, давай. Оба, поехали. Мы не в ту сторону и плывем. Табань. Направо. Разворачиваю. Вот еще есть. А, давай сбить. Пацаны, возьмите вторую, блядь, вторую ту самую херню, которая в воде лежит. Поднимите ее над водой. Вы лодкой знаете, как управлять? А, все, нормально, мы приплыли, пошли. Куда мы приплыли? Все, на месте. О, я этим на месте пересчитай, первый, второй. Четвертый, очевидно, блядь. Все, нормально. Все, нормально, посчитали. Ну, управляй. Слышишь, я бы попробовал. Слушайте, по-моему, этой хуйни мотора нет. Сейчас начну. Нет, у нее парус, вот, все. Ага, хули от меня парус. Надувай парус. Ой, блядь. Хорошо. Ой, я вон тоже пойду. Не-не-не, вон, блядь, катер электрический. Ну, подождите, верните катер, блядь. Пацаны, пока. Максим. Я на Ибицу на поезде. До свидания, нахуй. Ёб твою мать, вы уроды. Что-то не так. Да я знал, как им управлять, что ли? Тут руля, блядь, нету. Пацаны. Чё такое? Всё. Я его двигаю под водой, блядь, только вы меня не забудьте поднять сейчас. Ладно, где? А да не в ту сторону, сейчас поднимем. Сейчас. Куда плывем-то, ёб твою мать? Куда вообще? Справа. А за вас зацепился этот, ёб. Смотри. Вам направо, что ты делаешь? Направо. Плыву. Я флексер, блядь. Мы же на лодке. Плыву. Поднимаем. Я волна. Новая волна. Я наелся.
Погнали, вон кораблик. Крысьего говна, блядь. А, я упал. Блядь. Сейчас, подождите. Ой, вы уплыли. Ну ой. Ладно, погнали. Ой-ой-ой. Успеем, 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 успеем повернуть. Блять, быстрее, быстрее. Что-то хуёво совсем. Ох, давай. Пацаны, толкните. Тело. Мы на лодке плывем, давай. Ну, забирай. А ты где? А ты... Я вон машу. Робинзон Крузо. Ну... Так. Ну, блядь, если я толкну, то я потом не залезу. Ничего не пойму, слышишь? Давай. Вроде вышло. Кто херует этой хуйни? Да, блядь, ну плот мешает. Я пошел его отведу, пацаны, вы рулите. Давай, давай. Давайте. Вон, к зеленым, да, мы плывем? Ко мне вы, блядь, плывете сюда. Да, ты доберешься? Нам надо между скалами. Мы на мель сели, блядь. Давай нахуй, давай. На мель в ту сторону. О-о-о! Агент. Все. Давай, поплыли, короче. Сейчас. Поплыли, ты умеешь этой херней управлять? Да, ты пару сдержи, главное. Просто держись, просто держись. Нормально, я держусь, я держусь. Нет, я не то делаю вообще. Я держу. Блять, его надо двинуть. Слушай, это невозможно. А ничего себе. Нет, это продаем. Из нас что-то нулевые робинзоны. Что я делаю? Вот, все, сейчас, подожди. Все, сейчас руку поставлю прямо. Слышишь, надо, короче... Плыви, агент, я вернусь за тобой. Давай, плыви. Погнали. Сейчас, нет, стоп. Вот сейчас, давай. Сейчас, надул паруса. Давай. Давай. Почему поворачиваем в ту сторону? Блядь, сейчас, давай. Давай, смотри, я буду показывать, потом... где этот мель. Чисто он лапу мою видишь еще? Не видишь, понял. Ага. Подожди, сейчас. Я еблан. Толкай. О-о-о. Хватайся, я еблан. За проблемы. Не знаю, почему руль постоянно крутит. Да ну нахуй, да, слушай, мы вообще в очко встали. Да. Да я сейчас пробегусь. Пожалуйста, все помогите. Я умею плыть на лодке, я пошел, короче, грести на лодке. Нахуй мне оно надо, эти ваши катера, плоты. Блять, я умею плыть по собачьей, я пойду плыть по... Правильно. Помогите, я не знаю, как этой хуйней управлять. Погоди-ка. Крути, блядь. А, все, у меня Титаник реально, блять. Подожди, пожалуйста. Я попытаюсь плот вытащить сюда. Я попытаюсь допрыгать. Мне просто нужна лодка. Блять, собака утонет сейчас. Не хотелось бы смерти. Не желаю ей смерти. Так. А где лодка? Какая? Она вон там, в тумане, блядь. Да, моторчиком, который. Неплохо. Я ее управляю, я пытаюсь понять нахуй. Не та лодка. Существование. Так, у меня, кажется, выходит без плота. Смотрите, я даже... Бля, пацаны, я понял. Если хочешь лево, надо направо. Да, ну, реверс. Да, наоборот, реверс. Че, сможешь до лодки докинуть хотя бы? Все, она сейчас долезет, блядь, уже, да. А где Аксель? А, вот. Аксель, он с плотом ебется. Так у меня выходит? Нет! У меня только пару... Мне пару сдержать. Это не я сделал. Вуди, блядь, ты думаешь, я чё? Я вообще-то, блядь, образованный парень. Пацаны, тут кто-то нас на берег кинул. Это надолго. Это не кастомная карта, да? Это человеческая? Нет, это прохождение, да. Да. Да, мне нужен второй человек, который будет, блядь, держать парус. Вы чё там? Ой, сейчас. Ну, я не знаю, тебе кто не придёт. О-о-о! Идём к тебе. Не знаю, зачем нам явно в другую сторону. Я не успел. Нет, нам сюда, я проходил тут херит. Да ну не спойлеры, блядь. Не надо мутить. Я так, не давай, карту. Точно за углом должен был быть вон остров, да. Давай ну, сюда, к нам, прыгай. Да к нему. Плот не проедет. А ты уверен, что к нему надо? Да к нам, по-моему, в обратную сторону, там, где туман. Так да, на там ты тоже... на плаве приехал. Ну, блядь, я не знал, что он не пройдет же. Ну, разворачивай. Что ты делаешь? Не, надо... Ну, давайте по плову пройдем. Надо плов убрать, что ты делаешь? Плов. Иди, убирай свой плот. Сам, иди, убирай. Я... Держусь обеими руками за свой шанс, блядь. Так. Уехали. У меня отчаялся персонаж. Блядь.
Пока. Я не думаю. Я делаю классные штуки. Блядь, погоди, слышишь, все мы-то его устроили. Вы все хуже и хуже делаете. Хуже и хуже. Кто это сделал, блядь? Нам в другую сторону говорят. Мне кажется, плот я перевернул. Нет, подожди, разве ты? Я. Вот я, да, я прыгнул. Я прыгнул тебя спасать и плот перевернул. Лидер и борец, оба. Мне кажется, там проплывали. Там же здание вон то. Убрать отсюда эту деревянную залупу. Подтолкните чуть-чуть нос этого корабля влево от вас, справа от меня. А ладно, вам всем похуй. Вы хоть знаете, что? Поехали. Толкни ее. Не поехали, я сейчас убираю эту хуйню. Давай. Я пропал. Так, бегу к вам. Я на респе. Можете забирать. Ты можешь залезть сам. Так, ему, да. Ага. Успеешь? Мимо проехать. Ну вы, блядь. Давай, прыгай по воде. Там мелко, меня зажало, блядь. Эта хуйня меня труханула, слышишь? Ничего не могу справиться. Я поставлю воду, вы только не держите, блин, этот мотор. Не держу. Все, я поставил, сейчас дайте запрыгнуть. Все, поехали. Сейчас. Не в ту сторону, вот в эту. Ага. Вон, варку, куда вы нет? А, варку, да? Варку, все, поехали. Да, вон там порт. Бля, пацаны, пидите на нос, пожалуйста, мы сейчас утонем нахуй. Пытаюсь. Давай, да меня... Блядь, мотор взбесил. Блядь, да чё трусит меня? Уйди нахуй. Качай шею. Ага. Да, все, нам нормально. В порт надо заплыть нам. Так. О, на корабль. На корабль? Да, нам его надо забрать. Поехали. Все, вспомнил. Поехали, пацаны. Морские волки. Так, прекрасно. Да. Я сейчас потом, морской кабан. Кабаны, котики все на месте, морские. А ты ебись, блядь, да ты заглезь. 50 курицы, блядь. Это синдром росгвардейца. Хорошо. Опа. А вы не слышали новость? Вы не слышали новость про мента, который поймал ебущуюся парочку в этом, блядь, в парке и бабу, короче, увел, ну, в обезьянник, типа, запаковал, увел ее за это. И говорит, хочешь административку не получить, давай поебемся тоже. А и, короче, блядь, посадили мента за эту ебань. Сидит в СИЗО. Это где-то, сейчас я вам скажу, это сегодня было, сейчас я вам скажу. Самый. Нет, ты свой вперед нажми, а я в свою середину поставлю. Блядь, мы сейчас в Титаник кинемся. Нет, ты свой поставь вперед, чекай. Свой вперед. Братан, в Анапе менты патрулировали пляж. И увидали парочку, которая пыталась поебаться. Парня отпустили, а 17-летнюю тянку задержали и начали угрожать административкой. Секунду, у меня все обновилось, я проебал момент. Назад, вперед! Подожди, сейчас. Тут два двигателя, типа. Ага, 17-летнюю тянку задержали и начали угрожать административкой, предложив альтернативу секс с ними. Она согласилась, теперь менты уволены и сидят на бутылке в СИЗО. Так, все, вперед, оба вперед, давай. Хорошо, поебались. Да. Так, что там еще из новостей было? Полный вперед. А что не так? Потрахались. Так, силовики похитили и пытали нижегородца. Персональные данные утекли. Ну, ничего из резонирующего особо нету. Все, спасибо большое, это был выпуск новостей. Это я звучу. Все, Да. В дебет. Че вам надо? Я этого, блядь, мучаю, чтобы он только играл. Че вам надо? Вы любите играть, вам игрушки нравятся, блядь. Я новости считаю для взрослых, а вам все играть и играть. Каждому уже за 20, блядь. Кабаны, нахуй. Поднимаю его, пацаны, не распинайте, пожалуйста. Не надо. Я умоляю вас. Я просто новости читал. Че вы сразу? Хотите играть, играйте. А, блядь, ничего с головой. Рвут нахуй, на счастье. Меняем планы, бросай Максима. Бросай его. Как в фильме «Парфюмер». Опа. Да, ребята, да. Ой. Погоди-ка. О, все, минус, блядь. Минус собака. Блядь, Макс. Я смогу. Блядь! Я смогу. Все, они оба утонули. Ой, хорошо. Давай, доедем.
А вы умеете так, управлять? Не-не-не, да. Едете до тебя. Эй, в ту сторону, вам, в ту сторону поворачиваешь. А, не, в ту, все правильно. Вперед. Теперь ты сейчас. Нет, ты назад, когда нажмешь, у нас корабль повернется. Во-во-во-во. Назад жми. Что за песня, блядь? Ужасно. Сейчас... Ну вперед это твой. Типа сейчас ты главный. Да. Да. Поворачивай, давай, назад. Причал. Да, о, давайте. Выжил, блядь. Сможешь как настоящий капитан? В Седовке учился? О, хорошая песня. Шелтер, хорошая песня, да. Всё, ты чё, сейчас охуел? Припаркую, но... Давай, а помнишь спор про лодку и воздух? Может, мы лодку перевернем, проверим, работает здесь? Слушай, этот спор у нас до сих пор продолжается постоянно. Но я как бы думаю, проверить, конечно, можно. А ты там стоишь где-то в одиночестве, остался. А где он? На острове. Агент, все, да, я его вдалеке вижу. Да, парень, я вам махаю рукой. Где сейчас посмотрим. Не, добить. А, я уже не вижу. Там надо ящики. Там надо контейнеры забирать, поэтому надо до конца заехать. Подожди, на этой хуйне контейнеры надо? Да, вон, видишь, типа эти. Сейчас поставь хотя бы на середину, чтобы он не ехал. Типа я не замутился, все в порядке, чего ты меня подъебываешь? Так, ты что, серьезно? На этой хуйне надо контейнеры? Да, надо был контейнер поднимать. Поставь на середину. Какой-то казахский рофл, я не верю. Ну, я тебе точно говорю, контейнер надо будет поднимать, ладно. Здесь. Слазьте нахуй. Слазим. Еду. Погнали. А больше не надо. Ты, блядь. Ну, нужны контейнеры, говорят. Грузы. Ну можно же что-то. Ну давай попробуем, я полез. Давай. Я контейнер, если что. Так. Подожди, а как его цеплять к руками? Типа кто-то же должен залезть. Ой, блядь. А тут есть эти защелки, блядь. Да. Понятно. О, он видишь, двигается. Так, это что значит? Подожди, там три рычага, я иду максимально, по-моему. Кажется, один рычаг двигает всю платформу. Ага, это сюда двигает. Так, на синенький. Что-то я крутанул сильно больно. Это движет саму платформу, это не обязательно. Смотри, сейчас примем контейнер. Так, это повыше? Это пониже. Ну пиздуй на контейнер, цепляй крюки-то, ёб твою. Чё вы все сюда, давай. Да я лезу уже. Опа. На какой, синий? А это вообще реально? Ага. Я решил следующий промокод. Давай правые, давай. Подожди, следующий промокод на косарь. Агент, ты здесь вообще? А, кто это сказал? не ты говорил? Убивайся, убейся, мы уже на сохранёнке, можешь приходить. Подождите, получилось круг попасть? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть с другой стороны попробую. Ой, блядь! Я иду на помощь. Сейчас иду, я заберусь. Ну тут путь один справится, типа, мы вдвоем. Я забрался, все нормально. Нормально, только тут 4 просто... таких. Ну, чего вы взяли, что я справлюсь? Да там, блядь, 2 рычажка. Как тут, блядь? Как тут попасть? Вот интересно. Блядь. А ну-ка. А что у меня рука теперь? Ой, блядь, что-то. Слышишь, рабочего зажало, помогите в порту. В порту несчастный случай. А во-во, зацепил. Хорошо, блядь, пошло, первый зацепил. О, первый, давай. Это не тот зацепил, блядь, посмотри. Да сука, другой. Агент, иди. А можно уже это убиваться? Да, я же говорил. Все. Слышишь, это, короче, беда какая-то. А, нет, все, достал. Ой, блядь, во, агент. С другой стороны. Пут. Сделай эту хуйню, как бы, блядь, ближе к себе. На себя чуть-чуть рычаг. Принял. Да, кстати. Все, хорош. Ага. Спасибо. Так-с. Агент, мне сюда надо помощь. Так-с. Ага. Куда сюда? На эту хуйню там есть лестница. Да давай, я цепляю уже. Залезть могу. Ниже отпустите, говорят мне. Нет, это плохо. Ниже отпустить, может быть? Попробуй ниже. Новороссийск портовый город, да, я все умею. Воу. Ну что, подсыграем в голландский так... штурвал? А? В голландский штурвал умеешь играть? Сейчас не для этого время. Интересное предложение. Работать надо. А что, со штурвалом потом разберемся. А что за дымка? Не трогай. Стоять. А что за дым? Да просто дым. Так, вот сейчас нормас. Хули вы сюда пришли? Дымчик слазит. Вы чтобы запрыгнуть. Да. О, так там разве не мафия? Так. Нет, нигде. Так, круг взял, теперь как вот деть. Так, сейчас попробуем. О, бля, подними выше.
Не получится так. Вот так вот. Ну, так тоже не получится. Ты сейчас... О, вот так, да? Сейчас, секунду. А можно выше поднять немного? Выше? Окей. Да, выше, потому что я на крюке повис, блядь, я типа зацеплюсь, когда поднимусь. Подожди, подожди, я зацепил так-то крюк. Ну, один, да. Да, да, ну сейчас, сейчас вы мне всю систему разъебете тут. А я, не, мне сложно поднимать. Мало, я немного поднял. Погоди, погоди, погоди. Сейчас, сейчас, я зацеплю крюк тоже с тобой. Да хватай же ее. Подними, да подними ты нас. Ага, ага, ага. Еще, еще, еще. А тебя опустить, да, тебя? Не-не-не-не-не-не-не-не, опускай. Аксель, подними меня, пожалуйста, помоги. А, я вижу. Ясно. Давай, давай, давай. Помощник. Давай, давай. Взялся за меня? За меня взялся? Блин, ясно, думаю... ясно. Опустить надо, да? Пьяным на работу выходить не самая удачная идея, так? Нам говорят, что нам надо было ящики с корабля брать. Потому что эта хрень позволяет. Погоди, с корабля? А кого, куда нам перегрузить? А, мы выгрузить, мы выгрузить должны, а не загрузить. Погоди, дайте, давайте разберемся сразу. Мы да, должны конечно. Разгрузить. Да, поехали. Погоди, там контейнер. Агент полетел, блядь. Агент нормально, все, пускайте его на ящик. Вот на этот, на желтый давай. Вот тут. Так, сейчас теперь это да, кран. Ага, мы должны выгрузить так, чтобы выгрузить так, чтобы смогли забраться туда наверх. Я правильно понимаю? Широкую, на широкую. Левее, блядь, левее давай, опять. Что ты начинаешь? Блядь, Вася, опусти нахуй! Все, блядь. Так, ага, опускаем. Так, теперь в эту сторону подойди. Ух, блядь. Все, поехали. Слышишь, блядь, слышишь, не убей, не убей, не убей, не убей, не убей, не убей. Надо агента поднять. Или поднялся агент. Нормально, 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 нормально. Так, я хочу сейчас этот подниму. Пропустить просто. А, все, все, тогда. Он тяжелый какой-то слишком. Все, можно поднимать. Он не падает. Поднимать? Пут да. Поднимешь? Ты не то держишь. Я... Это самое сложное. Да, вот. Все, он. Все, хватит, наверное. О, так, один раз, зацепили, да? Раз. Да у Максона получается, да, работяга. Да, 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 я это руками, руками умею, руками пахать умею. Сейчас я два сразу, блядь, покажу нахуй. Все, есть. Блять. Вау, он смог. Приподними их чуть-чуть, чтобы они не висели. Чуть-чуть. Так, сейчас, сейчас. Ой. Подожди, разве приподнять надо, наверное, отпустить? А, все, 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 да, мне тоже кажется, нужно. Не, надо опустить, брат. Или нет? Да, нет, надо подвинуть просто правее. Или уже отпустить, а уже опустить, возможно, надо. Да, опусти немного. Попробуй под... Сейчас спущу. Блин, сейчас. Подвинуть, опустить, не знаю, что из этого. Опустить точно. Вот ага, спасибо. Ладно. А, блядь. Блядь, камера, блядь, постоянно поднимается. Что за бред? У меня голова кружится уже такое. Ты чё, хрень? О, блядь, рестлер! Сразу видно, профессиональный рестлер. Всё, 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 I'm joking! Не-не-не-не, нет, один не зацепился ещё. А, молодец, блядь. Всё, пацаны, готово, готово. Забираем. Ты застрял? Я тоже готов, блядь. А, не-не-не, секунду, секунду. Давай, вылази, вылази. Пацаны, на стриме не лагают, у меня какие-то фрезы странные. Поднимаем. Поднимаем? А, поднимаем? Да-да. Да-да, поднимаем. Поднимаем вверх. Вау. Это чудо, блядь. Это чудо. Иисус нахуй родился без ебли. Это чудо. Омагад, можно название песни? В Twitch DJ зайди, посмотри, какая играет. А куда нам надо? Все, поехали обратно. Выше, выше, есть вариант поднять? Наверное. И правее, да? Ага. И максимально вперед. А, максималочка, слышал такое? Слышал. Так, вот. Правее. Бать, это хуйня. Погоди, погоди, погоди. Держите, все, погнали. Держите, держите, держите. Отпусти, отпусти, отпусти. Отпусти, отпусти. Агент. Сейчас я пущу вас. Подожди, пусть оно перестанет. Наверное, немного на нас. Так, я, вот, Макс, я залез, я теперь пытаюсь понять, что дальше. Что ты сделал? Спустил. О, все, мы как по лестнице запрыгнули. Все, сохраняй, отлично. А, подожди, нам надо реально туда? Да, да. Вот, смотри. И, молодец. Блядь.
Тебя поднять? Хорошо, да, я заново пройдусь. Все, мы как по лестнице за полконтейнера пройдем, значит. А, он скатывается, не работает. Такое ощущение, что это можно было по-другому сделать. Да, пацаны, блядь, да, пацаны, ничего не скажешь. А ну тут, в принципе, нормально. Нормально, водичка хорошая, теплая. Подождите, а как дальше пройти? Нам как пройти? Ой. Пацаны, а вы нам поможете? А что такое? А так вы умрите и все. Сохранение было. Да, тогда это легко. Поехали. О, блядский! Во-во-во-во, все, не надо брать. Опустим. Коробки какие-то, черти что, блядь. Я не до того, блядь, агентом, сука, устроился, чтобы в игре коробки таскать. Вы че, блядь? Коробки, алло. Мне тоже. Сначала крюки, а потом агенты коробки. Коробки могут таскать. У меня запястья тонкие. Тонкие. Жду доту, пощади. Правильно делаешь. О, подождите, вот эта доска точно должна упасть. Что это коробка? Может, не надо? Да надо, нихуя надо. Не будет. Нихуя ж не будет. Она поплыла? Бля, на неё! А! Да! Поехали. Ладно. А где дырочки? Да. А, понятно. Только зачем мы плывем на неё, я не понимаю. А что такое, блядь? А потому что... Подожди, нам надо на следующую платформу. Да. Давай. Я не знаю, приплыла она куда-то. А, наверное, надо вот решетку как-то убрать будет. Сделай потише. Да, хорошо. Да, надо решетку хорошо, как-то убрать. Хорошо, хорошо. Следующая песня будет тише. Сейчас пойдем искать. Вы видели рычаги где-нибудь или еще что-нибудь в этом роде? Вот так, нормально?